30 сентября в КФУ прошел третий ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». Тема этого года – «Казанский арбитражный день. Развитие верховенства права и региональные проблемы». Это третий ежегодный симпозиум нашего журнала. И количество участников он значительно превысил предыдущие два симпозиума. Традиционно участниками симпозиума являются практикующие юристы, известные ученые-правоведы, законотворцы и сотрудники органов государственной власти со всех уголков России. А также в этом году было много представителей из зарубежья. Вообще в России проводится российский арбитражный день. Именно в этом году он не был проведен по независимым причинам, видимо, экономического характера. Мы решили воспользоваться этой паузой и провели Казанский арбитражный день. Те специалисты, которые привыкли ежегодно принимать участие в московских дебатах, приехали в Казань. Иностранные гости в университете – это не только обмен опытом, но и необходимые для развития науки общение профессоров со студентами. Некоторых участников симпозиума, в частности, мэр Саради из Вашингтона, Соединенных Штатов, попросили приехать пораньше и уехать попозже. И она вот 2 недели читает лекции бакалаврам и магистрам. Также представители Китая из Нанкинского университета приняли участие в съемке программы со студентами юридического факультета и рассказали о своих ожиданиях от симпозиума и о сотрудничестве с КФУ. Мы приехали на симпозиум, чтобы узнать больше о судопроизводстве в России и обменяться опытом с коллегами из Казанского университета. Гости обсудили наиболее злободневные проблемы современного законодательства. Также состоялись презентации юридических журналов и Хельсинского международного коммерческого арбитража. Профессионализм сотрудников юридического факультета и статус университета играл большую роль при выборе его площадкой для симпозиума. И стоит ожидать больше таких встреч в стенах КФУ. Напомним, что скоро вы сможете посмотреть на нашем канале ток-шоу с китайской делегацией Нанкинского университета. Елена Селезнева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.